Нет. Где же она застряла-то, а? Слушай, мам, ну скоро придет. Не преувеличивай. Конечно, я буду преувеличивать. Она осознанно рискует собой. Видишь, она ушла, ничего не сказав. Раньше она так делала, разве? Слушай, мама, ничего такого она не делает. Ты в последнее время какие-то пустяки стала раздувать до каких-то вселенских проблем. А ты разве раньше так тоже не делала? Мне кажется, не надо только в сестре искать вину, мама. Видишь, вот они пришли. Ну где вы застряли-то? Мама волнуется. Ну, наконец-то. Молодец, конечно, Бахар. Что с тобой происходит? Новая привычка, что ли, ничего не говоря, уходить? Вы простите, тетя Сергей, опоздали из-за меня. Ну вот возьми, это твое. Тетя Севги, прошу. Вы не возьмете? Вам не понравились цветы? Слушайте, я хотел очень красивый букет, однако. Бахар настояла, что это больше понравится. Спасибо, сынок. Цветы достаточно красивые. Но на цветах дело не заканчивается. Такие цветастые. Красивые. Но в жизни-то все не так. Современные реально не такие хорошие, Кемаль. Мама, ну прошу тебя, ты не даешь нам шанс. Разве это от меня зависит, детка? Дам я шанс, и что будет? Вы видели, что вчера сделала детка? Да. Я больше не позволю вам такое пережить. Поверьте мне. Ваша поддержка для меня очень важна. Для меня важнее всего счастье дочери моей, Кемаль. Раз вы будете делать так, как вы хотите, тогда больше меня ничего спрашивать не нужно. Положу-ка я цветы в вазу. Будет лучше, если они завянут. Тете Сергей, они так не понравились. Да ладно тебе, ты чего? Бахар, давай накроем на стол, мы проголодались. Ладно, мама, ладно. Я, пожалуй, пойду. Кемаль, ты тоже останься. Хочешь, сынок, можешь остаться. Нет, я благодарю вас. Даже если вы просите меня остаться, это не искренне. Кемаль, пожалуйста. Бахар. Сериал «Прости меня» я хочу, чтобы твоя мама расстраивалась. Специально для группы ВКонтакте. Не хочу доставлять неудобства. Я пойду. Турции. Вступайте в нашу как группу, знаешь. Чтобы первыми смотреть серии с русским переводом. Спасибо за тетя просмотр. Сергей, скажите что-нибудь мне. Почему? Вы что, мне совсем не доверяете? Кемаль, прошу, замолчи. Вы что, никогда не любили по-настоящему? Неужели вас не цепляет наша целеустремленность, наши желания? Ладно. Пусть будет так. Ну вот что вам нужно знать. Я никогда не брошу Бахар.
Увидимся, Бахар. Не надо провожать. Кемаль. Мама ни в чем не виновата. Она тебя на самом деле любит. Настоящая проблема в твоей маме, госпожа Зухре. Что? Да, она приходила к нам. Она сказала, что ваша семья никогда не признает сестру. Захотела, чтобы мама поговорила с сестрой.